Белгород меняется. Призерами одноименного конкурса стали жильцы дома 22 по улице Молодежная. Теперь мечта детской площадки воплотилась в жизнь. Подробнее о том, как и благодаря чему жители получили долгожданный игровой комплекс, расскажем в сюжете. Жильцов дома по улице Молодежная, 22, эти звуки уж точно не раздражают. Один день неудобств – ничто по сравнению с несколькими годами ожидания. Установить желанную детскую площадку не давали коммуникации, проходящие под землей. Согласовать проект с городскими службами жильцам помогла управа. Благодаря управе нашего микрорайона, это наши координаторы, они нам помогли составить проект, схемы, согласовать со всеми организациями. Вот у нас появилась такая площадка детская. Инициативные жители подали заявку на городской конкурс «Белгород меняется». Проект имел успех и завоевал 4-е место. А вместе с ним и 200 тысяч рублей. Жильцы говорят, это командная работа и командная победа. Собирали подписи, думали, что хотим видеть. Естественно, горку, качели. Все-все. Учитывали мнение наших малышей. Их мнение действительно учли. Самые юные жильцы уже любуются долгожданной горкой, а через пару дней смогут опробовать новинку. Конечно, мы очень рады. Раньше вот ходили вокруг да около по дворам, а теперь у нас есть своя, родная. Скажи, так сказать, у истоков, да, стоишь? Да. Расскажите, чего больше ждете, горку или, может быть, качели? Горку. Я думаю, что и качели, и горку одинаково. Почему? Ну, это ж такое счастье. Будете лазить, бегать, кататься. Конечно, ждем долгожданную нашу площадку. Конечно, деткам есть где поиграть. А то у нас только лавки и одна качеля. Шанс облагородить свою территорию в этом году получили еще 9 участников конкурса «Белгород меняется». Всего на реализацию их проектов город выделил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.